Привет, ребят, ну что, давайте попроходим еще раз с этим модой, это же прикольно. Когда мы можем поставить кучу квадратов, ловушек, всяких прикольчиков и штучек, это же весело и забавно. Поэтому давайте вместе со мной это сделаем. Так, один у нас решил убежать. Ладно, по-моему, он там вообще вывалился за игровой уровень. Да и пускай, как бы, ничего страшного. Ну, вот такие фонари у нас светят. А, есть вот такая вот штука. Какая-то лестница, только она почему-то не работает. Она как-то странно качается там. Оп, видите? Сейчас мы ее растолкаем. А ну-ка, давай. Отсюда, оп. Оп. Она вообще что-то разваливается или нет? Ладно, непонятно. Мы тогда пойдем дальше. Кто тут у нас бегает? Нате вам два подрывателя вот таких. Так, а эта штука качается, да? Ничего не происходит. Оп. Мы ее даже вот так вот можем раскачать. Но все равно. Так, ну что? Ты с красными глазами. Ты вообще будешь на меня нападать или нет, а? Может, ты как-то мне это объяснишь? Эй, зубастый! А ну-ка, иди сюда! Да че он там застрял? Ладно. Так, привет, чё сидим? Ой. Неплохо они тут взрываются. Ух ты, это что сверху за такие камеры специальные? Так, я, пожалуй, вот это выкину тут. Оп. Сейчас мы туда залезем. Посмотрим, чё это они там расселись. В этих своих камерках. Так, только мне бы сюда допрыгать еще. Звездочка, тачка. И оп. Чё вы тут сидите, а? О, так это шатается все. Смотрите. Не-не-не-не, подожди, не толкай меня. Так как эта машина тут застряла? Там так интересно сейчас будет. Ну давай, может, ты поможешь, квадрат. Ага, помог. Я эту машину вообще тогда сейчас... А, она даже не толкается. Ладно, не будем ее трогать. Посмотрим, что у нас тут интересного. Ведь здесь куча вот этих штук. Опа. Так. Сидите, да, здесь. Ну что, давай, взрывайся. Немножко он подвинул. Так, непонятно, почему те квадраты не захотели взрываться. Ку-ку. Ну давай. Так, вот это и все, что он нам показал, да, как получилось. Ну ладно. И раз. Ай, да как тут забраться-то? Оп, получилось. А, нет же. Ку-ку. Сиди себе там в машине. Так, этот не реагирует. Какие-то странные квадраты пошли. Да чё ты не запрыгиваешь? Ну давай, постарайся. Шарик. Постарайся ради моих подписчиков. Отлично. Так. Ну что вы, монстры. Эй! Ну так ведь нечестно. Чё она не захотела туда подпрыгнуть? Эй, ладно. Сейчас мы сюда доберемся. Мы там построили небольшую лестницу. И теперь туда залезть будет гораздо проще. Поэтому давайте посмотрим. Вот она у нас такая. Так. Отлично. А вот с нее уже прыгать вообще не проблема. Ну чё вы будете взрываться? Эй, вы! Тут столько этих лестниц. Опа, улетел. Так, ну что, давай ты теперь. Бам, смотрите, как они расталкивают. О, сидят тут. Квадраты. Чё, откуда вы тут взялись опять? Ну что, мы уровень заново начали. Сейчас на тебя эту машину шипастую как скину. Посмотрим, что с тобой случится. И раз, и два. Так, отсюда мы точно сможем залезть, поэтому давайте пробовать. Опа. Хорошо. Ку-ку. Что, ты будешь взрываться? Вау!
Хо-хо! Неплохо он тут растолкал. Так, теперь мы даже туда еще не залезем, да? Их тут очень много, но они на меня почему-то не реагируют. Ладно. Хорошо, квадрат, хорошо. Я тогда сюда сам буду запрыгивать. Эй, а что такое перелет-то у нас? Так, это что там, какая-то лестница невидимая? Тихо-тихо-тихо, вот сюда я хочу на эту залезть. Оп. Погоди. А, все, они расталкивают. А как же нам наверх-то забраться? Нет! Ай! Чуть не достал. Своими колючками. Ну давай ведь! Да. Оп. Что? Что с машиной? Ну и серия, конечно, у нас получилась смешная.